так держись руками, ногами. Люди, которые не жили здесь, они она простая, да? Когда на беге совершали. Сейчас тебе что-то удар. И, в общем-то, этот родничок их спасал. Сейчас родничок работает. Ну, я облеживаешь мой стакан. После таяния снегов, где-то маленький. Там два стакана разобран. Сейчас у вас есть дальше родничок здесь был у нас. Же вам простая вода. Воды никак с ним хороший. Ожоги очень сильные, вы уже на себе ощутили, шрамы сходят. У меня даже была знакомая 1,5 года, сходили шрамы. И что нужно делать? Моментом, вот если вдруг когда-нибудь у вас еще получится вот так, чтобы вы получили ожог от этого растения, моментом смыть водой место ожога, вот вы почувствовали, сразу начинается такое вот. В общем-то, и не заметили, но вы уже видите, что вы прошли. Даже можно рядышком пройти, получить ожог. Смыли водой и закрыть от солнца. Потому что когда вот этот вот эфир попадает, эфиромасличная эта вот культура вся на тело, и затем солнышко, и возникает такая реакция. Получается ожог. Закрыли от солнышка и не говорите. Затем выяснилось, по находкам тарские находки здесь не были обнаружены, и выяснилось, что это все-таки средневековье. Первично вообще в 6 веке поселяются на склонах Партенита византийцы. Но это все-таки тоже христиане обосновали это где-то век 12-14. А тавры жили до нашей эры. В 6 веке еще только до нашей эры. Да, конечно, можно. Наши археологи, вот это слово полностью просили про великие археологические раскопки Аюдага практически не по верху Аюдага. Ширина стены была 2,5 метра, а вот высота 6-8 метров. Было 9 башен прямоугольных, 4 и остальные круглые. В общем-то, сейчас этого ничего нет. Мы увидим только развалины стены. И сами мы спустимся по ту сторону. Тоже мы не увидим с вами развалины. Thank you.
А этот можешь вот сюда. Да, за мальчиком, наверное, хорошего. Большой вот ниже ложи. Молодец. Куда? Да. Ветер дунет, и он развалится. Мне так, не ложи. Ну сейчас разбурится. Ну что ты ложишь? Вот так. Ничего не разбурилось. Давай. Это уже так много людей прошло. Да. Таня, не уходи. Представляешь, каждый пионер. По камушку, по камушку. Илюха, на нас будет ход. А вот, Таня, вот Таня. А можно отойти? А это... Главное, что мы типа ложим камушку. Да, мы сейчас пойдем по другой тропе. И мимо еще проходили, а потом все как стали там, ты как смотровая площадка вечером. Мы пошли, я в аптеку пошла. О, вчера кстати, был надо... Даже смотрим, не крыто. Мы куда вышли? Мы в 10. Ушли? Да. А надо было раньше.